Самый важный тренд в ТикТоке и слово, которое нужно запомнить просто всем. Его употребляют и актеры, и топ-блогеры. Даже Джо Байден у себя в Твиттере написал «Very demure, very mindful». Все благодаря одной трансперсоне, которая популярна в ТикТоке, может быть, ее видели. У нее просто империя создана на основе этого слова. У нее каждое видео об этом слове, каждое видео про это слово. Давайте сейчас вместе посмотрим ТикТок, который самый популярный. See how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. A lot of you girls go to the interview looking like Marge Simpson and go to the job looking like Patty and Selma. Not demure. Demure – это синоним к слову shy, modest. Такая девушка, которая скромненький макияж наносит, которая носит скромненькую одежду, чтобы, не дай бог, мужчина не подумал чего. Конечно же, все над этим словом прикалываются, но оно настолько вошло в обиход всех людей, что его используют просто ежедневно. How do I look? Do I look demure? Это слово имеет какое-то сейчас ироничное значение. Что-то вроде синонима крутой, очень классный, офигенный.